Ну что? С миром вам, Игнат Тихонович! С миром, Георгий! Игнат Тихонович, у меня нерешенный вопрос с поручителем по поводу поездки в Потеряевку. Я разговаривал с Николаем Георгиевичем, он говорит, что не может быть поручителем. А если я один поеду, могут возникнуть проблемы. Да нет, нет, это никогда ни разу не было. Там на месте приезжают люди, хорошо узнаешь, можно договориться. А с кем вообще? Без поручителей нельзя же вроде бы приезжать. Что нельзя приезжать? Об этом я не знаю, как это. Заранее знакомиться. Я вот занятия тебя вел в университетах, и там людей-то много, и они заранее знакомятся. И теперь посещают, помогают, отвечают на вопросы. Об этом разговора никакого нет. Знакомься здесь ближе, спрашивай. Тут братьев хватает. Не, ну так-то я познакомился, меня уже в группе знают хорошо. Ну вот. Ну, просто Николай Георгиевич, он не может быть поручителем, у него опыта мало. А других я не знаю, кого можно, с кем-нибудь. Смотри. С Вячеславом? Приглядывайся. Ну, Вячеслава скажи. Угу. А, Игнат Тихонович, у меня еще такой вопрос. А, я вам уже это говорил, если... Нет благословения родителей, я же могу приехать? Я последний раз спрашиваю и все. Может, не буду спрашивать. Надо, чтобы родители отпустили тебя по-хорошему. Как? Но они же неверующие, они меня не отпустят. Ну, неверующие все равно как-то это. Сделай так, чтобы они тебя отпустили, благословили. Постарайся. А если не отпустят? Ну, что мешает-то тебе? Ты узнай, что нужно, где. Полное послушание оказывай. Как-то так. Ну, мать-то тебя еще не отпустит? Она нет. Они же неверующие. Они там напридумывают, что меня там сектанты, там все, кто тебя... Они уже говорят, что я в секте нахожусь. Ну, это говорят, мало ли что. Христу говорили, что силой князя бесовского Вельзевула лещет. И что теперь? Люди сатанеют и делают то, что враг говорит. Она за эти слова может ответить? Сектант и то другое. К нам приезжает митрополит, служит. В деревню. Я это говорил. Же, все заснято. И сидим мы там после этого, беседуем, и обед, еще только на улице молимся. А ты что? Она ничего не знает тогда, сказала слова пустые, на которые не надо обращать внимания. Тихо, с ними без вариантов, они не отпустят. Они вот вообще по поводу веры, они вообще, то есть они звери просто. Они там вообще ужасы напридумывают. Они меня-то не пускают никуда-то, в принципе. Они мне просто препятствуют полностью. Ну, Писание говорит, кто любит отца и мать больше, чем меня, говорит Господь, недостоин меня. В данный момент именно так. Они тебе препятствуют, уже на это смотреть не надо, раз они никак не идут. Они тебя поперёк дороги. Братья могут отказаться быть поручителями, потому что нет благословения родителей. Я им это не могу объяснить, что ну, тут тяжело. Тут тяжелая ситуация у меня. Да никакой ситуации-то нет. Что выдумывать-то? Тебя что, руки сковали тебя? Есть не дают? Пытают тебя? Жгут на тебя? Утюгом тебя по голове бьют? Нет же этого. Тяжелое прям. Ну что нагонять-то? Ты их и не видал еще тяжелых-то. И благодари Бога. Угу. Ну, то есть я могу приехать? Конечно. Ты так твердо держись. Они не отпускают, но они препятствуют тебе, и поэтому здесь уже у тебя спасение души. Они же за тебя не будут отвечать. Тут уже они сами себя вычеркнули из этого. Ты не должен их любить больше, чем Христа. Христос повелевает, скажи. И все на этом. Лишний раз не лезь к ним. Молись. Угу. А ты не мог бы, чтобы поговорить с ними? Это нет, вообще без вариантов. Там только хуже будет. Во-первых, дома нет, во-вторых, только хуже будет. Ну, как знать хуже? Если этого не было, то хуже. А бывает так, с человеком поговоришь, и все уходит. У меня неоднократно такое было. Это все в руке Божией. Сердца людей. Так что об этом думать и надо. А, поручителей нету. Там найдешь на месте... На месте приезжают люди, с кем-то поговоришь. А с кем можно? Вот с кем-нибудь поближе? Кого? Вот с Антоном Ермолиным, с кем-нибудь можно? Можно, конечно, можно. Надо смотреть ближе.
Ближе видишь. А Каренбург... Игнат Тихонович, а кто Каренбургу поближе живет? Не из знаю, братьев? Не знаю. Кроме Вячеслава. Я никогда этим не занимаюсь. Все, хорошо. Спрашивать, где Михаил, будет? Михаил живет. Этот, ну, Михаил, брат Владимир, Михаил не знает, поедет он или нет. Он не знает этого. Да кого? Смотри, брат Владимир-то, вот он рядом уже стоит, договаривайся. Да я вот, ушел. Хороший человек, верующий. Вот тебе уже его, разговору нет никакого. Писание знает. Писание знает, да, тебе он лучше не придумаешь. Видишь? А он согласится? Ну, молись теперь давай. Молись, пиши, выходи на него. Задавай вопросы невыдуманные, настоящие. Видишь, как вот? Я думаю, что это благополучие будет. Все тогда. Да, все. Все, теперь молись о Владимире и пиши ему. О себе все напиши. Покажи, за что тебя можно потрепать как следует. Ну все, ухожу с Богом.